Белый — это свободный, это я вам выбираю карточку. Вы выбираете карточку? Белый — это свободный, да, вопрос такая. Это азартные игры, ребят, между прочим. Что тут спрашивают? Так, какие ошибки допустили родители в вашем воспитании? Ой. Трудно сказать. Угу. Много у нас бывало ошибок. Угу. Иногда. Видимо, действительно много, потому что да. вы просто не... Я то одно хотел, то второе, то третье. Хотел быть хирургом, еще кем-то. А хирургом почему хотели? Кто-то в семье был из медиков? Нет, просто нравилось. Резать людей? Резать людей, да. Угу. Но не так, а по-нормальному. Меня как-то пригласили на пробы одного фильма, где я должен был сыграть хирурга. Ага. И я молодого ординатора какого-то. И я пошел на операцию в больницу. Мне показали, как мыть руки, как одевать перчатки. Дали скальпель в руки, зажим, кетгут, то-то-то-то-то-то-то. Я понял, что меня это волнует, что мне хочется этим заниматься, понимаете? Говорить вот этим красивым голосом «скальпель». Да, кетгут. Нет, это шутка, конечно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».